Говорит и показывает Непреклонск. Здравствуйте, друзья! Спешу вам сообщить, что в нашем Непреклонске усиливается классовая борьба против нашего классового врага. Кто может быть классовым врагом нашей доблестной Непреклонской власти? Неужели вы подумаете, какие-нибудь учителя или врачи с их мизерными зарплатами, огромной загруженностью, и постоянные угрозы увольнения. Нет, главным классовым врагом непреклонского начальства являются водители дальнобойщики. Смотрите, они чувствуют себя свободными. У него есть права, автомобиль, контракт и груз. То есть свободные, самодостаточные люди. Поэтому они должны быть уничтожены как класс. Причину этого я скажу, цели этого я тоже подчеркну. Пока эта федеральная целевая программа, наша, непреклонская, по уничтожению дальнобойщиков как класса, успешно реализуется. Но нужно придумывать новые варианты проблем и трудностей для них. Посмотрите, я сейчас предысторию короткую расскажу. Вначале была введена обязательная установка на вот этих вот фурах дальнобойных системы ГЛОНАСС. За денежки кого? Правильно, дальнобойщиков. Сейчас совсем недавно от них потребовали в обязательном порядке менять резину, зимнюю на летнюю и обратно. Понимаете, что на территории, допустим, Дагестана или Краснодарского края эта операция имеет особое, можно сказать, такое сакральное значение. Были установлены тахографы на автомобиле, купленные опять же за деньги все тех же дальнобойщиков. Наконец, в 2015 году введена система Платон, по которой сейчас за каждый километр дальнобойщик платит 1 рубль 53 копейки, а с февраля 2017 -го года он будет платить 2 рубля 30 копеек за километр, а с июня 2017 э, -го года 3 рубля 06 копеек. То есть система Платон выйдет на проектную мощность. Кроме того, планируется установка так называемых черных ящиков, как на самолетах. За чей счет вы думаете? Правильно. За счет все того же нашего классового врага, кроме того, уже введена, платный, введен платный проезд по некоторым муниципальным дорогам, которые вводится решением муниципалитетов. А теперь мы введем еще одну плановую проблему: с 20 ноября реализовывается идея Минтранса. Она называется Международный дальнобойщик. Теперь водитель должен получать сертификат для проезда за рубеж. Раньше этого не нужно было делать, можно было и 10, и 20, и 30 лет отработать за рулем, и все это время совершать заграничные поездки по загранпаспорту с соответствующими документами на груз. Если необходимо, водителю выписывалась виза. Теперь он должен проходить обучение, сдавать экзамены специальной комиссии, которая создается на автопредприятии. Кстати, вспомните времена существовавшего некоторое время в Непреклонске социализма. Тогда выехать за рубеж можно было только по решению там, Порткома, Правкома, Завкома, Месткома. Ну и окончательную точку в этом ставил районный комитет партии. Кстати, Алла Пугачева в юности, еще скажем так, выезжая на конкурс в польский город Сопот, в социалистическую страну, пришла на бюро одного из московских райкомов партии и там должна была задать, задать такой своеобразный экзамен, достойная она поездки за рубеж, в Польшу. И ей там вот эти пенсионеры, которые сидели в президиуме, задают вопрос. А вы можете перечислить всех членов политбюро Польской Объединенной Рабочей Партии? Она подумала, говорит, нет, я их не знаю. Они говорят, а как же вы поедете в Польскую Народную Республику, не зная членов политбюро Польской Объединенной Рабочей Партии? Ну, Алла Борисовна говорит, а вы-то сами знаете, они говорят, да, мы знаем, члены бюро говорят, она говорит, вот езжайте и пойте. Ну, правда, за эти слова она несколько лет была не выездная. Значит, норма создания системы обучения и приема экзаменов у водителей для выезда за рубеж, то есть выдачи сертификата, возлагается только на юридических лиц, то есть это ООО, ЗАО. ОАО и так далее. То есть физлицо, индивидуальный предприниматель, каковыми являются большинство водителей дальнобойщиков, этим заниматься не, не может. Поэтому он от поездок за границу автоматически отстраняется. То есть ездил 20 лет, а теперь обучаться надо, сдавать экзамены и переходить на наемный труд в, в, физи, в юридическом лице как, каком-то. Значит, все извозопромышленники, то есть директора автотранспортных предприятий проходят аттестацию, то есть платят чиновникам денежки за то, чтобы получить право на проведение сертификации самих водителей. Значит, могут аттестовать, а могут не, не аттестовать. Например, учесть, как твои дальнобойщики с твоего автопредприятия, какую роль они сыграли в протестах против Платона. Если участвовали, а участвовали, то, наверное, у вас огнетушитель на машине не той системы. И аттестовывать вы водителей для поездки за границу не сможете то есть юрлицо аттестует у себя через минтранс учебный центр проводит обучение водителей выдает водителю сертификат значит но прежде чем начать обучение очередной группы водителей а состав водителей на предприятии постоянно меняется а руководитель должен не позднее, чем за 12 дней уведомить Минтранс о начале обучения. А Минтранс в течение трех дней дает разрешение начинать или не начинать. Уже при пройденной аттестации этого автопредприятия. Итоги. Все дальнобойщики уходят под юрлицо и перестают быть самостоятельным политическим классом. Смотрите, чего мы добиваемся. Мы добиваем нашего классового врага. Юрлица, спасаясь опасаясь утраты доходов, берут под козырек и выполняют все требования Минтранса. Плюс к этому увеличивается штат и полномочия наших славных непринклонских чиновников. Какая причина принимаемых мер? Поясняю. Независимая позиция частных автоперевозчиков по Платону. Смотрите, что сказал по поводу протестных действий куратор нашего проекта Салтыков-Щедрин. Угрюмые и отчасти саркастические нравы с трудом уступали усилиям начальственной цивилизации. Как ни старалась последняя внушить, что галдения и крамолы ни в каком случае не могут быть терпимы в качестве постоянных занятий. Некоторые же дальнобойщики избрали себе вот это вот галдение и крамолы в качестве постоянных занятий. Посмотрите, что они творят там в Химках. Необходимо ждать новых решительных ударов по этой подлой кучке людей, пытающихся спасти свой бизнес и свое будущее. Это не по-нашему, не по-непреклонски. Но есть у нас еще один классовый враг. Да. Это велосипедисты. Вы посмотрите, какие удары они наносят по, эко по экономике непреклонска. Первое. Они не, тратят, не платят транспортный налог. Второе. Они не покупают... Бензин, то есть не платят акцизов. Они не получают на свои транспортные средства страховки, тем самым подрывая экономическую стабильность страхового рынка. Они не берут кредитов, потому что их техника очень дешевая. Они не платят штрафов за нарушение правил дорожного движения, потому что гаишники просто не обращают на них внимания. Они не получают прав, то есть не платят государственную пошлину и не ходят в автошколы. Они не ходят в больницу. Потому что благодаря постоянной физической нагрузке они, как правило, здоровы. Вот я нашел еще одного классового врага. С ним надо побороться. Смерть классовым врагам. Слава Непреклонску.